И игрушки сегодня здесь другие. Правда, розовые львята как-то не очень ладятся. Это явно не 6 игр. Нажимаю, зажимаю. Подведу итоги. Я решила подарить. Алло, я Вера. Сегодня я опять в Китае и нахожусь рядом с игровыми автоматами. Это автоматы с игрушками. Я уже играла в автоматы в Китае, но в прошлый раз у меня ничего не получилось. Если ты хочешь посмотреть видео, ссылочку я оставлю в описании. И сегодня я решила учесть все ваши советы. Вы много писали в комментариях о том, как нужно действовать для того, чтобы все-таки выиграть игрушку. Я играла давно, поэтому уже забыла, как это делается. Спасибо за все ваши комментарии, я их все читаю. И сегодня я все-все-все учту. И игрушки сегодня здесь другие. Давайте же посмотрим, что здесь нового. Смотрите, какие-то непонятные волосатые игрушки разных цветов. Это типа кукол. Там есть еще игрушки с головы в шапках оленей. Господи, что только не придумают. Здесь такие забавные зеленые крокодильчики с сердечками вместо ноздрей. Так, теперь у нас здесь маленькие поросятки. Это поросятки-сумочки, смотрите. Очень практичный подарок будет кому-то. Это белка с орешками. Посмотрите, какие хорошенькие, серенькие, розовенькие, разных цветов. А это у нас кто? А это, наверное, львята. Правда, розовые львята как-то не очень ладятся. У меня в голове не состыковка какая-то. О, медвежата. Медвежата очень стильная, выглядит классно. Коричневые, голубые. Класс. Здесь совсем другие игрушки, потому что в прошлый раз, когда я снимала, там были какие-то военные с голыми частями тел. И очень странно выглядели, конечно, Китай. Я в шоке от него. И еще есть мини-автоматики. Здесь маленькие игрушечки. Это типа брелки, наверное. Вот как они выглядят. Я не знаю, что это за чудовище. В шапочках какие-то. Реально это чудовище. Цыплятки хорошенькие, маленькие цыплятки. Еще есть бегемотики. Здесь играют реально в Китае. Это очень даже популярно, потому что время сейчас там 12 дня, а все идут и играют. И здесь у нас какие-то опять медвежата с бантиками и зайчики, кролички. А это лис из мультика, посмотрите. Они прям на самом деле вываливаются уже прям сюда. Такое ощущение, что можно просто подцепить, и он окажется уже в руках. Мне, кстати, это советовали, то нужно брать игрушки поближе к отверстию, в которые они выпадают. Я, наверное, воспользуюсь этим советом. Ну что, пойдемте покупать монетки для автомата. Как я поняла, по надписям на автоматах 6 игр будет стоить 20 юаней. Это порядка 160, может быть, там 170 рублей. Примерно так. Дорого-дорого, но что поделать? Это азарт. Это явно не 6 игр. Угу, я богата. Раз, два, три, четыре, семь, восемь, 14, 15, 20. Это 20 игр. Я однозначно должна что-то вытащить. Ну что, я хочу пойти и вытащить лиса. В первую очередь воспользоваться советом номер один. Лис лежит очень близко, и мне кажется, его можно подцепить. Вы писали, что вот эти клешни ослаблены. И, в принципе, если я ухвачу и реально ничего не получится, либо игрушка тяжелая, либо клешня слишком ослаблена. Сюда? О-о. Я думаю, схватить его за тело. Так, и... Совет номер один сработал! У меня еще целых 19 игр осталось. Это была первая попытка, и с первого раза у меня получилось. Так, я хочу другую игрушку. Ладно, я попробую, у меня еще много игр. Вытащим же медвежонка. Блин, сейчас время выйдет. Ну давай вот это. Нет! Я хочу еще! Он уже удобно лежит. Все, вот он, азарт. Не получилось.
Ладно, мне кажется, не срабатывает пока что. Еще вы советовали мне нажимать два раза кнопку, либо зажимать ее. Я тоже воспользуюсь этим советом. Зажимаю. Ну, он выпал. Так, пробую еще раз. Господи, как это азартно. Нет, они слишком тяжелые, либо клешни реально ослаблены. Я подумала, что я смогу вытащить бегемота, его можно подцепить, и, возможно, он скатится, потому что игрушек слишком много. Ну, как-то так, да? Нажимаю, зажимаю. Давай, 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 давай. Нет. Еще я заметила, что игрушки даже в одном автомате бывают разного размера. Например, посмотрите на этого зайца, который лежит попой кверху. Он очень большой, а вот этот зайчик маленький, или вот тот зайчик маленький. Поэтому я попробую достать маленького зайчика. О. Тут другая музыка. Да? Нажимаю. Ты зараза, совсем что ли? Или... Ну, я попробую еще раз. У меня есть пока попытки. Но он его поднял. Этого же. Теперь даже вообще не зацепил. Нет, я прям расстроена. Я не знаю, что делать. Я решила, что большие игрушки у меня пока что подцепить не получается. Может быть, люди там поиграют, и потом они будут в удобном положении. И я всегда в детстве любила мультик «Розовая пантера». И смотрю, здесь очень много пантерочек, и я хочу вытащить одну из них. Да? Все хорошо? О, как он ее так отпустил? Еще раз. Я не знаю, что делать. Ладно, я попробую другую. Вот этот. За голову. Нет. Давай, 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 давай. Ну, почти. Теперь я буду вылавливать монстра из мультика «Корпорация монстров». Давай, давай, давай. Нет. Почти. Ладно, еще один раз. Он его прям отпускает сразу же. Это несправедливо. Ладно, буду вытаскивать цыпу. Цыпа, 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 цыпочка. Цыпа, цыпа, цыпа. Вот так. Ить, зажала. Видите, это не помогает. Ладно, я думаю, вот по два раза на каждую игрушку. Черт, это похоже на какую-то наркоманию. У него еще эта этикетка неудобна. Давай, 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 давай. Нет! Что делать? Осталось всего лишь 5 игр. Ой, вот этот, мне кажется, достаточно удобно лежит. Вот этого? Он зажат. Давай вот того лучше. Вот так? Прям такие нервы. Ну, прям чисто за голову. Чуть-чуть осталось. Еще раз. Я не могу, ну...
как? Ладно, попробую зажимать сразу и держать. Вот сейчас я нажимала два раза, а сейчас буду зажимать просто и держать. Последний шанс. Последний. Я снова расстроена. Подведу итоги. Вытащить у меня удалось лишь одного лиса, потому что как бы у него очень много всяких деталей, за которые можно уцепиться и поднять, и схватить. Плюс он не такой тяжелый, как все остальные игрушки. Второе, клешни действительно ослаблены, я так думаю, потому что когда игрушка поднимается, клешни разжимаются, и быстро игрушка падает. Третье. То, что работают советы с двумя нажатиями или зажатием кнопки, у меня не получилось так. Может быть, это работает в России, но в Китае это не работает. Ребята, я вот сейчас стою с вот этим выигранным лисом, и я подумала, что я играю в автоматы только ради развлечения, а не для того, чтобы получить игрушку. И сейчас я стою и смотрю, как дети, маленькие дети, они действительно стоят около автоматов и хотят заполучить игрушку. Я решила подарить этого лиса, но не могу я оставить его просто у себя, учитывая, что как бы для меня это, может быть, будет не такое утешение, как для ребенка. И вот есть семейная пара, которая хочет вытащить игрушку. Они уже уходят и отчаялись, поэтому я решила подарить им игрушку. Oh, sorry. Excuse me. It's for you. It's a present. For your kid. Ну вот. Смотри, она радуется. Смотрите, они радуются. Все, я довольна. Ну что, мы идем дальше. Если тебе понравилось это видео, подписывайся, ставь лайк и увидимся снова. Пока!